Это видео я делаю, чтобы показать, как я принимаю эхолинг днем без фильтров, без МШУ, просто на голую антенну. Хочу сказать, что я, похоже, его не слышу. То есть, либо никто не включается, либо он очень слабо идет. То есть, фактически, нет никаких признаков сигнала, ничто шумодав не открывает. Вот. Либо пока, скорее всего, нет станции, потому что вечером я принимаю эхолинг без МШУ на голую антенну порядка 2 баллов. 1-2 балла, но постоянно я его слышу. Еще недавно станции были, с МШУ я эхолинг принимал вот, до 5, до 6 баллов по С-метру. Но сейчас пока в это время я сколько слушаю, без МШУ, без каких-либо фильтров и так далее, я пока не слышал, чтобы шумодав открывался. Вот он, есть. То есть довольно слабо, даже по С-метру ничего нет. То есть открытие, вот оно. То есть вот так вот он открывается. Но я бы сказал, что с МШУ все-таки комфортнее принимать. Гораздо комфортнее. То есть сейчас просто есть присутствие сигнала, как бы он появляется. Но более ничего, собственно говоря, нет. Вот. Стоит вертикальная поляризация, 9 элементов Яги в направлении на город Чебоксары. Эхолинг в 70 километрах от меня. Вот так он днем проходит. На той стороне в низине штырь и 60 ватт. Ну так разобрать-то я бы не сказал, что что-то можно. То есть присутствие, да, открывает шумодав, все, но не более того. Вот так я принимаю эхолинг без МШУ на голую антенну. Спасибо, что смотрите.